ребятки. Вот мусора вынесем. После гидравлических работ, так сказать. Вот пакетище. И двери салом смажем. Голову скажу салом лучше. Пожертвуем кусочек салом. А мне двери скрипят, это я вынесла. Глянула на часы, чуть не обомлела. 10:30, думаю, господи, где же моя Эрика? А часы-то сами же не переводятся, их же надо перевести 9:30. Слава Богу. Тут у меня уже прединфарктное состояние. Обед мне наготовлен. Смотрю, вы тоже там по ночам не спите, сообщения мне строчите, да? Лавуський розмаринчик пропав. Пересадила, пропав. Не переживай. Зимой попользуешься сухим. А весной ми тебе новеньку доставим. На Новий год ми не будем розмарин в землю сажати. Да? Замерзнем при вашій зимі. Это у нас тепло. У вас холод. Опять у нас сегодня забастовка, ребят. Опять все дороги перекрыты. Грузовики бастуют. Так что, если сегодня морковка не пойдет, завтра будет опять лазанья с морковкой. Что сделаешь? Не пропадать же продуктом, правильно? Все закинет, все раскинет. Вчера гидравлик у меня работает, а ему звонит сын и говорит, поздравляю. Бедный человек заработался, забыл, что у сына день рождения. Вот так вот. Говорит, а я тут у одного друга, в доме работаю друга. Я его сына знаю потом. Извинюсь, так сказать, за папашку. Бывает такое, заработался человек. Ой. Все, и мы с вами работаем. Сегодня сделаем лазанью болоньезе. Сейчас поставим варить морских гадов. Шашлычок сделаем. Хорошо, что у нас уже готовы. Замороженные на палочке. Два шашлычка в зубы и посолим. Картошечки на кучу. Ходи, картошечка. Так, все. Заряжаю я свою машинку. Она будет работать. У вас выключаю, машинку включаю. Я-то в душе сегодня купалась. Супер, супер. Вода идет. Ну, конечно, не такой сумасшедший напор, как у вас. Но для меня этого уже вот так достаточно. Я могу сделать себе контрастный душ. Перехожу с горячего на холодный, с холодного на горячий. И ничего не останавливается. А то мне надо было выбегать из душевой кабинки, включать кран, чтобы дать толчок горячей воде. Ну, что это за дело? Дорого, но... так сказать, продуктивно. Деньги мы еще заработаем. На то мы и работаем. Правильно? Чтобы на жизнь зарабатывать. Кстати, ребята, вы спрашивали, как мы готовим наггетсы. У нас как раз сегодня вот такая вот грудка. Она уже порезана и замороженная. Кстати, приходит из Польши. Непонятно почему. Ну, качество хорошее, должна я вам сказать. Значит, Польша хорошая, курей выращивает. 1,5 килограмма веса. Вот я 3 килограмма сейчас размораживаю. Потом я беру каждую грудку, отбиваю. Эрика раньше этого не делала, но отбитая она намного вкуснее. Потом мы его обваливаем в мукичке, яйцо. В яйцо мы тоже молочко добавляем, соль и перец. В мукичке, в молочке и в сухарях. И жарим во фритюре. Ребята,
за уши не оттянешь. Получается в середине сочная, а сверху хрустящая. Вот вам весь секрет нажится. Эриксон! Чорага! Эрика, замерзла. Как она вам? Окей. Побейме. Едем кофе пить. Так, надо еще одни лапки купить. Devo comprare anche quelle. Quando vuoi, Lili. Vabbè, per cosa c'hanno? Guarda che belle. Все, ребятки, Эриксон фронт работы задали. Хватаем молочко и пошли делать мороженое. Сейчас с мороженым получается немножко больше канители. Я его делаю в меньших количествах, но чаще, чтобы оно не старилось. 17 литров. Делаю полпорции, 20 литров. Сами понимаете, зима. А зимой уже так не идет, как летом. Поэтому делаем меньше, но чаще, чтобы продукт всегда был свеж. Вот так вот. Сейчас меньше идет фруктовое мороженое, больше идут такие мороженые, скажем, кремовые. Так, у нас, смотрю, тут горгонзолка стоит. Надо что-то ее куда-то заколбасить. Можно сделать соус с горгонзолой. Помидор, горгонзола и к пасте. О, ребята, такая вкуснятина. А я ее вообще люблю. На хлеб намазать и кушать. Раньше терпеть не могла горгонзола. Сейчас я ее просто обожаю. Фрукту на витрину. Все взяли, все, поехали за сахарок. Как отмерен, 4 кг. Так, мутичка хорошо ушла. Надо будет заказы поделать в понедельник. Берем нашу базу. Вызываем Эриксона на соцсоревнования, кто быстрее. Она кушать приготовит, или я мороженое сделаю. Машинка стояла хорошо, ополаскала. Non ha detto niente. Non l'ho visto, cioè ha fatto dopo. Сливочки. Везде идут сливочки.
Давайте я с утра меню напишу, чтобы люди видели, что у нас есть покушать. А то Мишки нет. Выходные. У него 3 дня выходных. А? Не слабо? Не слабо. Наше молоко пастеризуется. Тут салатики нарежем, да? Менюшку напишем. Менюшку. Сегодня у нас лазанья. 4,50. Сегодня у нас равиоли. Сегодня у нас паста аль песто. Паста аль помодоро. И вторые блюда. Це комби. 5,50. Так, що у нас? І інсалата ді полко. Потом, что у нас? Поло импанато. Наши наггетсы. E cosa abbiamo ancora? Sì, sì, sì. Che cos'è quello? Allora, insalata di polpo, pollo impanato. Ah, spiedini. E bisogna andare a fare la griglia? Ma anche così, semplicemente. In padella. Spiedini e sono nostri shashlычки. Contorni, garnire. Варие разнообразные, торты, варие, тортики разные, варие, все, 10 евро меню и Галя дома. Нельзя ж на диете уже сидеть. А вы не сажали молокоза? Молоко? Браво! Зефир лилёк ей принесла на тут. Это мало дичи? Ну, ну, ну. А, фактически. Это пока сразу еще вот уже без памяти. Oops.
допустим, ребята, Эриксон победила. Что Лилёк же тут как посудный рабочий еще посудку моет. Кухня справилась. Раньше мы корицу уложили порошочком, а сейчас пришел такой сиропчик. Надо проверить. Так, ладно, не хочешь обновиться. 452, не 152. 600. Такой запах корицы стоит. А, сюда б яблочек. Не переборщить, не переборщить. Переборщил, будет невкусно. Поехали, я сейчас покажу, что получится. Мороженое супербомба, ребята. Там народ ждет. Надо корицей посыпать сверху. Эрика меня обскакал. Бегаю на кассу, ребята, спрашиваю людей, потому что в среду у нас поминальные дни. Мы на работу выйдем, но, скорее всего, что ресторан открывать не будем. А займемся мы уборочкой, причем капитальной. Надо все вымыть, все по местам разложить, потому что когда готовишь, убирать совершенно некуда. Последнее мороженое на сегодня. Хорошее. Ребята, мы с Эрикой вмыли. Вмыли. Это не то слово. Не то, чтобы все продали. Уже повторно сделали, продали. И еще народ прет. Откуда? Кока! Куда его до нету до манджа? Все будет. Последняя. Мороженое. Сальцом. Ласа, Ласа, Сельби, фашу ее. А, це вже йому стоїть. Ну, вон у тебе. Отрувату полу. Курочка, свининка. Перчик. Угу. Юшечка. А, це морф. Куля. Особенно, когда жрать нечего. Ой, вкусно. А? Лили Эриксон, койкоза. Ага. Siamo morti dalla fame. Мы так поработали, что мы умираем с голоду. Ребята, в среду поминальные дни. Хотели с Эрикой выйти на работу, отодраять кухню. Так куда там Сильвия? Уперся, как баран. Говорит, нет, берите отпуск на один день. Отпуск на один день. Так что придем мы с вами сюда и будем мы хрен сажать в среду. Говорю, полгода проработали, кухню надо отмыть. Все грязное, все в жиру. Я сказал вам нет. Все, начальство приказало, будем отдыхать. Так что в среду будем с вами хрен сажать. Сейчас пойдем еще дверь. Салом смажем, чтобы не скрипели. Да, вот у Лиджи на тут полы. Только где какая-то капочка упадет, и все. И все грязно. Вот такой вот идиотский пол. Темная блестящая плитка. Никогда такую плитку на пол не ложить. Ты его хоть 150 раз мой. А он и ныне там грязный, и все. Ребята, Эриксон на связи. Она зефир и шоколадные конфеты забыла на работе.
А сейчас я ей напомнила, она забрала и мне звуковое сообщение. Боже, что это за вкуснятина? Я еще такого в жизни своей не ела. Я говорю, а ты представь, такой зефир-то еще в шоколаде. Начала конфеты есть, говорит, я сейчас все сожру, никому не оставлю. Очень вкусные. Так что, Виталька, порадовал ты и меня, и сегодня пакет с конфетами Алене тоже отвезла. Так, все, хорош, Луиджи, на тут парадки наводите. Погнали. Погнали и мы отдыхать. Точно. Лошади, что шо. Сильно хорошо, тоже нехорошо. А? Пока, ребятки. Увидимся завтра.